Всем привет! Вы на канале Яна Кляйн. Кто не подписан, подписывайтесь. И как у вас дела? Что у нас сегодня, Яночка? Лололуки! И у нас сегодня вот такой замечательный набор Лололупси. Театр балерины. Там какие-то разные штучки, игрушки. Прямо не знаю что, наверное, как настоящий театр. И у нас Лололупси балерина. Платьице? Да. Откроем, посмотрим? Да. На серии Лололупси Минис. И у нас когда-то они были. Нам очень понравились эти куколки. Мы вообще очень-очень большие фанаты Лололупси. Я люблю мяльки. Опа. Я люблю мяльки. Лололупси. Много Лололупси мы любим. Маленькие Лололупси, да? Да. Что здесь у нас на картинке нарисовано? Здесь деревья с пуговицами вместо фруктов. Грибочки с пуговицами. Ну, в общем, как обычно, Лололупси все в пуговицах. Сейчас посмотрим, какая у нас куколка и что в этом наборе идет. Тетёрки. Здесь какая-то трава. И Лололупси с цветочком. Вот такая Лололупси с красными волосами, с короной, с оранжевых туфельках, пуантах, оранжевое платьице с розовыми всякими штучками, оборочками и так далее. Сейчас посмотрим. Яна там уже вон достает вовсю. Так, вот у нас Лололупси готова. У нее голова трясется. Смотри, у нее голова сейчас в разные стороны ходит. Он и нет. Что? Он и нет. Не знает? Он и нет. И еще у Лололупси вот цветочек. Оп, есть, достали цветочки, букет настоящий. Это когда она будет выступать, ей зрители подарят цветочки. Значит так, что у нас есть? У нас есть сцена со шторами, из-за которых будет выходить Лололупси и танцевать. Что еще есть? Вывеска, что все продано, все билеты на шоу проданы. Вот такая вывеска. Цветочки. Дальше достаем. Здесь все привязано. Ты знаешь, что это такое? Это катимо. Музыка. Это граммофон с пластинкой. Так, достаем дальше. Так. Это у нас заградитель, чтобы никто не прошел, не пересек линию сцены или не на сцене, это для очереди. Вот такая штучка, чтобы люди не ходили там, где им не нужно ходить, да? И написано, что все билеты проданы. Граммофон. И остался у нас трон. Стульчик. Стульчик для Лололупси. Он выглядит как трон. И здесь лебеденок маленький. Вот, лебеденок беленький. Тоже в балетной пачке. И вот такой классный стульчик для Лололупси. То ли для зрителей, то ли для Лололупси, для самой королевский стульчик. Помещается она в этот стульчик? Поместилась? Да. Сидит, но падает постоянно с него, да? А вот так, если... А ну, давай. Сейчас мы ее посадим. Я тоя, дай мне. Что тебе дать? Я тоя, Дарим Лололупси цветы после исполнения шоу. Что Лололупси говорит зрителям?
Спасибо! А зрители кричат «Браво! Браво!» и бросают цветы к ее ногам. У нас есть сцена, у нас есть цветочки, у нас есть красивая Лупси с короной, вывеска «Все билеты проданы», ограждение, трон и вот такой лебеденок. Очень красивый, маленький, белый лебеденок в пачке. «Браво!» Кричат «Браво!» зрители. Ну что, Ян, тебе понравилось Лала Лупси? Да. У нас сегодня был наборчик Лала Лупси «Театр балерины». Мы с Яночкой очень любим Лала Лупси. И, ребята, если вы любите Лала Лупси, ставьте лайки. Подписывайтесь нам на канал. У нас будет еще очень-очень много Лала Лупси. Пишите комментарии. До новой встречи. Всем пока. Пока.